Итак, всем здравствуйте. Сегодня я вам покажу мод одной игры Counter-Track 1.6. Counter-Track 1.6 New Love. Включает Новый год. В общем, открыть надо через пакетный файл, через батный пуст. Так, вот я уже открыл. Вот. Здесь есть такой вот интерфейс. Интересный, написано, вводный. Нажимаем на Red Button, например. И выбираем любую карту. Какой индия кузнец. Пойдем, пока у меня загрузится это. Потому что если я оружие сменить. Итак, видите, мы здесь даже то, что поменялось. Увидеть. Оружие сменено. Много. Я пока что в этот средний. Определились, кто в этот момент. Взрывать надо. Блин, КС Асал. Там тоже изменился интерфейс. Так, нет, если так есть никак не изменилось. Ну то есть текстура у меня есть. Ну хотя, если бы только не изменилось, появился небольшой сложный патрон. Так, ладно, загрузим не то, что. Но на этой карте мне уж точно дадим зимой за эту зиму. Это КС Италия. Я даже здесь не знаю. Я не попробую. Мне очень красиво стало, конечно. Очень интересно. Осталось трое. Ну, конечно, еще немного поменялось, конечно. Оружие. Ну, это как-то... Они остались вдвоем. Я его не вижу. Я буду рядом. Я здесь пустил... Начальник. Выше. Вот. Так, ну ладно, я сейчас, в принципе, все делаю. Обычно тоже помню, когда раз нет неба. Точно ладно. Ну, вообще, внимание на всю эту вот бергарду, жванки. Да, вот он. Я раз-два Крисмас. Вот, само собой, конечно же. Так, у террористов, наверное, хорошо он был. По новогоднему выглядит девочки хорошо. Видимо, это надо какую-то новогоднюю расценку. Привлекать на потенцию. Привлекать. А вот снежный домик наш любимый. Проводите все карты. Сиди Марси, только мы говорим с Тимати. Это же мистификация, конечно. Много тут не имеет.
Ладно, я что-то не знаю. Не встретишься с этим самым. Чего?